Одним из последних в регионе пенсионное удостоверение получил главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Николай Гальтимуров. Корочку ему вручили в торжественной обстановке перед сессией законодательного собрания. Однако всем тем, кто достиг пенсионного возраста к августу этого года, заветную книжицу уже не получить. Впрочем, как и тем, кто свое удостоверение, например, потерял. С 2015 года пенсионерам в России положены только справки. Взамен пенсионного удостоверения выдается теперь справка. Эта справка имеет все те же реквизиты, что имела пенсионное удостоверение. Также заверяется подписью руководителя территориального органа и печатью. Ранее выданные удостоверения при этом свои силы не теряют. К слову, в Забайкалье корочки людям выдавали вплоть до июля этого года. Дело в том, что у нас были на запас заказаны пенсионные удостоверения и было принято решение, пока есть удостоверения, мы их выдавали. А когда закончились, перешли на бумажные подтверждения назначения пенсии. Правда, по словам самих пенсионеров, справка их устраивает гораздо меньше, хотя бы потому, что она намного быстрее придет в негодность, ведь ее они все время будут возить с собой. Этот документ нужен и в транспорте, и в аптеке, и в некоторых магазинах для получения льгот. В пенсионном фонде заверили, что утратившую вид справку пенсионеру без проблем заменят на новую. Только вот для этого человеку придется прийти и, как водится, отсидеть очередь. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, ЗапТВ.